Первые матчи, они всегда связаны с волнением. Чтобы продемонстрировать свои лучшие качества, мастерство, нужно с этим волнением справиться. В первом тайме нам не совсем это удавалось. Не удавалось включить полные обороты, полные скорости, показать то, к чему мы готовились. Это следствие и первого гола нашего ворота. Но на второй тайм мы выходили именно с тем настроем, чтобы добавить немножко скорости, снять с себя скованность эту. И при том, что опять великолепно нас поддерживал наш болельщик. Было очень слышно их, они ребят подбадривали, гнали вперед. Ну и в нашей команде есть мастера, которые умеют демонстрировать игру, которые умеют приносить результат, они это показали. Благодарю команду соперников, которая тоже нам доставила прилично сегодня проблем. Я вижу потенциал здесь. Желаю им удачи, ну и нам продолжения. Спасибо всем.